Институт по правам человека. Благодарю вас, господин председатель. Мы решительно поддерживаем свободы и защиту свобод и прав журналистов. Мы глубоко обеспокоены информацией, которая поступает о политически мотивированных задержаниях журналистов в Азербайджане, закрытии независимых СМИ, например, 11 канала, 30 канала и ряда других каналов, таких как, например, Топлум ТВ. Это тревожный инцидент. Поступила информация, например, о закрытии таких групп, как Институт демократических инициатив. Эти инциденты подчеркивают тревожную тенденцию системного подавления, запугивания. Цель этих действий – подавить свободу журналистов в стране. Основная причина их арестов – это выступление журналистов против проведения конференции сторон, которая должна пройти в Азербайджане позже в этом году. Крайне важно, чтобы мы привлекли внимание к этой проблеме в преддверии такого крупного международного события. Необходимо, чтобы власти Азербайджана в преддверии КС-29 освободили всех незаконно задержанных. В 25-м